Добрый день. Вот какие у нас гнезда получились для курочек. Внутри просто гнездо, и там скошенный пол. Когда она сносит яичко, то вот здесь появляться будет, выпадывать яичко. Вот. Ну, вроде яйца не бьются, не замечала. Вот, там уже вот сидит одна курочка. Плохо ее видно. Еще вот это хочет снестись. Ходит, квохчет, кудахчет. И еще вот эта беленькая курочка у нас вот это вот несется. Это ее цыплята. Она их вывела, вот этих четырех цыплят, 4 декабря. Тоже мы даже не думали, что у нас может их вывести. Но справилась она с своей задачей, выкормила, выучила их всему. И вот они уже подросли, им уже 2,5 месяца. Прекрасные цыплятки, крепенькие. Из 4 яичка положили, вот 4 цыпленочка получилось. Один вроде петушок и 2 курочки. Одна курочка с хохолочком симпатичным. Вот она коричневенькая одна. Вот такая черненькая с коричневой шейкой. Белый петушок вот этот светленький с серыми пятнышками. Вот. Курицы несколько раз замечала, что несутся они. Вот тут 4 гнезда у нас, да? И только вот в этом гнезде они в основном и несутся. Вот. Тут пришла курочка. Она уже с утра ходит, квохчет, и что-то никак у нее не получается. Вот такая красавица. Одна из всех мини-мясных, брали 10 яиц, выводила я в инкубаторе. И из всех 10, 8 вывелось цыплят, и всего одна курочка, остальные петушки. Вообще очень понравилось мясо мини-мясных. Да, хорошие. Тушечки такие взбитые, мясные, хорошо мускульные. Ну, не крупные, конечно, это не бройлеры, но в то же время для запекания прекрасно. На семью 4-5 человек достаточно хватает. И все-таки вот им нравится вот это гнездышко. Мне кажется, оно самое темное получается, потому что в уголочке у нас вот свет светит от двери, от входной. Это вот теплую установочку муж сделал, которая продувает теплый воздух. И теплую лампу повешали только специально для вот этой вот курочки. Вот она сейчас встала, там еще 2 яичка наклюнутые. Не знаю сегодня, как у нее все это пройдет. Вот она молодец у нас. Долго она сидела. Сидела. Первый раз положили яйца, у нее не вывелись цыплята. А вот потом мы ее и скидывали, и снег кидали, и что с ней только не делали, лишь бы чтобы она очнулась. Нет, пока яйца снова не положили под нее, 10 штучек, правда, положили, говорят, что надо нечетное число, но мы положили 10, ладно, сколько купили. Покупали павловское золото и галашейных светлых. Ну, посмотрим, галашейных я еще не знаю, как это все дело выглядит. Посмотрим, как они выведутся. Вчера начали они выводиться, трескаться скорлупочка у них начала. И сегодня вот полным ходом идет на клюв. Вывод, вернее, цыплят. По-моему, уже 3 уже цыпляточек вывелось. 2 светленьких и вот 1 павловское золото точно видела. И 2 наклева еще павловского золота. Ну, посмотрим, какой будет у нас выход. Вот поглядите, вот мастятся, мастятся в этом гнезде. Само классно, правда? Удобно там, комфортно. Вот такие курочки наши умнички. Умнички, молодочки. Спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания.